Другую дезинформацию, вброшенную из Киева, сегодня опроверг Рамзан Кадыров. Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу батальона «Донбасс» сообщили, будто бы под Горловкой в Донецкой области в плен сдались 46 чеченцев. Ранее тот же батальон сообщал об уничтожении группы из 600 ополченцев в районе Первомайска Луганской области. Очередная утка украинских властей. Если даже там есть чеченцы, то я никогда не слышал такое, чтобы чеченцы сдались. Если даже кто-то сдался, он не чистый чеченец. Если чеченец выбрал дорогу, то он должен до конца. Или победа, или смерть. А другого для него не должно быть. И поэтому это ложь, это неправда.